Добрый день! Вереск. Вереск представляет собой кустарник, который выращивают в качестве многолетнего растения. Высоту куст достигает около 30-80 сантиметров. В основном распространены низкорослые сорта. Цветки бывают белого, розового и красного окрасов. Цветение обильное и продолжительное. Сроки цветения зависят от сорта. Обычно цветение длится до осенних заморозков. Возможно выращивание в открытом грунте или в горшках. Вереск предпочитает расти на солнечных участках. Может расти в легкой тени. Растение любит только рыхлые и кислые почвы. Совершенно не переносит почвы со щелочной реакцией. Вереску обеспечивают умеренный полив примерно раз в неделю. Полив осуществляют под кисленной водой. Растение плохо реагирует на переувлажнение почвы. Поливают аккуратно, стараясь не попадать на листья. В апреле и мае вносят комплексные минеральные удобрения. После внесения удобрений почву вокруг кустиков мульчируют опавшей хвоей или опилками. Мульчирование способствует удержанию влаги и обеспечивает защиту корней от перегрева. Ранней весной до начала роста почек проводят обрезку побегов. Обрезка способствует образованию новых побегов, а значит получению пышного кустика. Кроме того, обрезка позволяет поддерживать аккуратный внешний вид куста. Вереск не нуждается в зимнем укрытии, но молодые экземпляры в первые годы жизни требуют тщательного укрытия. Почву вокруг кустов сначала мульчируют, затем посадки укрывают любым укрывным материалом, можно лапником. Весной укрытие снимают, убирают слой мульчи. Для выращивания используют специальный субстрат для вересковых. Горшок выбирают среднего размера, с наличием дренажных отверстий. На дно горшка укладывают хороший дренаж. Растение содержат в светлом месте при температуре 18-25 градусов. Летом вереск можно выносить на свежий воздух. Если нет такой возможности, то помещение, где содержится вереск, регулярно проветривают. Кустики ежедневно опрыскивают водой. Зимой температуру содержания понижают до 12 градусов. Поливают отстойной водой комнатной температуры. По мере высыхания субстрата на зиму куст подрезают, сокращают полив. Подкормки проводят период активного роста. Ежегодно куст пересаживают в новый субстрат. Вереск размножается делением куста, черенками, отводками, семенами. Посев семян осуществляется в любое время года. Семена сеют в ящички в субстрат из торфа, хвои, песка. Семена сильно не заглубляют. Затем посевы поливают, ящички накрывают пленкой или стеклом. Черенки укореняют в субстрате из торфа, песка при температуре около... Так, не написано. Куст делят после окончания цветения. Куст аккуратно выкапывают или извлекают из горшка и делят на несколько частей. Деленки сразу сажают на постоянное место в открытый грунт или в отдельные горшки. При посадке корневую шейку заглубляют на 5 мм. Посадки обильно поливают 16-20 градусов. Да, красиво, конечно, с вереском на приусадебном участке. Желаю вам удачи и всего доброго!